Всем привет, и это Dark Shores. Вон он. Вон я вижу его. Он кого-то зовет. Пойдем посмотрим поближе его. Да похеру. Найс. О. Туалет, бухалово. Прикольно. Пойдем дальше внутрь. Эй! Круто! Вот это клево! Хорошая игра. Плохая игра. Плохая игра. Ой-ой-ой. Я, по-моему, тону. Что тут происходит? Темные шторы. А, собирайте всякое вместе. Ух ты. Это пляж. Отлично. Это пляж. Это огонь. Гениально. Горит что-то. Чё горит-то? О, так это, наверное, я вижу. А, точняк. Это, походу, песочек. Идеально ровный. А ровнее не придумаешь. Ага. Самолетус. О, откуда? У меня фонарик. Жизнь — это пляж. Ладно. Привет. Привет. I'm fine. Just a little bruise. Со мной все в порядке. Что с тобой? No, but we need to help this guy. He's cut pretty bad. Jake. I think his name is Jake. Его имя Джейк. Can you try and find some fabric for me to patch him up? Yeah, sure thing. Надо поискать что-нибудь для Джейка. Привет. Чё? Туповастенькая. О, привет. Оставь меня спокойно. Ну, хорошо.
О, возвращаемся к Даниэле. Thanks. Я чего наш? If you're feeling okay, I could really use a favor. What? Да, используй. If we don't get some fresh water to clear it out, it'll get infected. What? You think we'll be here for that long? Нужно найти свежую водичку. It'll be lifted in just a few hours. It'd more likely be until next morning. And besides, I think a little water would be nice. True. Dehydrated as hell. I'll go look into the woods, but if anyone comes to rescue us, be sure not to leave without me. Of course not. Нужно найти водичку. А чё у тебя в голове застряло? Чё за какашка? О! Я не могу. Гора какая-то. Плавать я не плаваю. Так, ладно, я не плаваю, но у меня есть фонарик. Flowers даст тебе... Ты Flowers? Нет. Может, ты Flowers? Какое тебе лицо светленькое. О, прикольно, вокруг нас типа только горы, пещерка. Ладно, пойдем дальше посмотрим. Каменюка. Нам нужно найти водичку. Наверное. О! Смотри. Страх-то какой. Куда я попал? О! Прикольно. Нужно найти свежую воду. Так, это бежать. А я еще могу что-нибудь делать, кроме как бегать. А вон там пещерка. Я туда не попаду. Понятненько. Ладно, пошли к пахучке. Вон там. Я прыгать могу. Так, пошли, заходим. Отлично, идем по дырочке. А здесь все громковато. Thank you.
листики повсюду. Ладно, идем дальше. Какие-то листики, листочки, как обычно. Ух ты! Okay, this water seems pretty fresh. А, водичка. Мы нашли водичку. Какие-то столбы повсюду. Странная музыка. И откуда она исходит? Очень интересно. Откуда же исходит эта музыка? Страшноватая. Честно тебе говоря. Страшная музыка. Пошли к нашим друзьям. Посмотрим, как у них дела. Эй. Я нашел водичку. Хотите водичку? Хочешь Короче, мы можем использовать всякие орешки рядом с ним. О! Раз орешек. Ну да, прикольно. Как канадский собираем. Два орешек. Серьезно, я уже два ореха собрал. Не хочешь мне помочь? Ну вот. Кто хочет помочь собирать орехи? Странные звуки. Жескач. Обалдеть.
Okay. На, орехи. Got some coconuts. Gonna run back to the waterfall. Get some water. Okay. Пойдем наберем водички в водопаде. Нет, ты со мной пойдешь. Почему я один захожу? Хоть один бы помог. Leave me alone, man. А чё ты жрать-то будешь? Интересно, какие звуки. Ну ладно. А почему никто не хочет сходить со мной так, чисто поздороваться? Окей, пошли. Наберем водички. Кто-нибудь есть дома? Так, понятно, идем дальше. Набираем водичку. Прячемся в листочках. Что такое? Дерево большое. Ну и мы набрали водичку. Возвращаемся к этой тоннельке. По крайней мере, пробуем. Так что у нас получится вообще вернуться к этой донетке. Please air to quickly look over your shoulder. Я даже не понял, что случилось. Коллект. Hey. This isn't good. Jay hasn't come back yet. It's been a while. I think I'll go looking for him. Все еще Джек. I need to stretch my legs anyways. Джек все еще не вернулся. Что-то с ним случилось. Эй, ты не хочешь мне помочь? Ты. Ага. Трупы повсюду. Ну пошли, там кто-то нас убил, я даже не понял кто. С криками, с ужасом, все такое. Но походу у нас там выбора-то особо и не было. Все было запрограммировано. Пойдем посмотрим. А, чё там у нас? Где трупик нашего Джея? Ага. А вот... О, май гад. А где головешка твоя? Надо быстренько возвращаться. А Джей я, кстати, нашел. Это был именно он. Почему-то он без головы был. Непонятно. Но это был Джей. Пойдемте снимем его, что ли?
А все потому, что мы ходим по одному. Может, это плохо? Ходить по одному? Не знаю. Привет. So, I've got some bad news. У меня плохие новости. I found Jay. Я нашла Джея. He's dead. Он What? Умер. He's like... Что? Gutted. Он как You'd будто пойманный this, был. He was hung from a tree. Oh my God. Он It... повешен на деревьях. I don't know. I don't know. It could have been an animal. Maybe some sort of freak accident. Может, это какой-то странный I'll акцидент. I'll go to the body. We shouldn't just leave him. Okay. А мы должны оставить I его. I think I'm gonna go look at the rest of the island. I'll try and grab some food for us. Я попробую найти еду для нас. Будьте осторожны. Жопа мерцает. Так, а нам нужно найти еду. Прикольно. Нужно найти еду. Записка. А как читать записки? Как читать записки? Интересно. Ходим, бродим. Пытаемся найти еды чуть-чуть. Ущелье. Понятно. А еды особо-то и нет. Видишь еду? Я вот тоже особо не вижу. Но я хотя бы одну еду нашел. Где этот свистун? Вон он. Вон я вижу его. Он кого-то зовет. Пойдем посмотрим поближе его. Да похеру. Ты кто такой?